Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу. Улица Писарева, дом 6-8. Немного информации, я пользуюсь сайтом City Walls. Так вот, Писарева 6-8. Архитекторы Слупский. Год постройки 1889-1891. Запасной дом великого князя Павла Александровича, сына Александра II. С двумя служебными флигелями. Архитектор Слупский Иван Блажевич, 1889-1891 год, как я уже сказал. В этом доме жили в 1905-1909 архитектор Василий Викторович Ильяшев, в 1903-1908 архитектор Карпович. Запасной дом сын Александра III, Павла, на улице Писарева 6-8, напротив, сохранился относительно неплохо. Его построили в 1891 году для служащих великого князя. Капитальный ремонт в нем в советское время провести не успели. Фасады в стиле поздней эклектики дошли до наших дней почти без утрат. Вот такая небольшая информация по дому 6-8. По улице Писарева, запасной дом великого князя Павла Александровича. Все, всем пока, всем привет, до свидания.